Начальная школа-сад в селе Улахан-Мунку Алекминского района отмечает 110-летний юбилей. Как отпраздновали круглую дату ученики, выпускники и педагоги учебного заведения, расскажем далее. Уходящий год богат на юбилеи. У каждого своя точка отсчета. История начальной школы-сада в селе Улахан-Мунку насчитывает 110 лет. Со старых фотографий улыбчиво смотрят педагоги тех лет. Фото еще черно-белые, но бережно хранимые. Именно эти экспозиции собрали самое большое количество гостей и обсуждений. Кто-то узнавал себя, кто-то нашел родственников, а кто-то здесь встретил своих одноклассников, которых не видел много лет. Уют, царящий в школе, создан благодаря трудолюбию коллектива, и хотя у них нет просторных современных кабинетов, компенсируют это огромной любовью к выбранной профессии и детям. Кстати, их здесь не делят на особенных и не очень. Каждому уделено внимание. Учились в этой школе мама, брат и я. Она взрослела вместе с нами. И как забыть те добрые учителей глаза? Учителей, что терпят нас годами. Ты нас учила мудрости и доброте, терпению, справедливости, упорству. Хотелось бы, но нет возможности в каждом селе поставить по новой школе. Но вот такие даты не только повод собраться все вместе, но и укрепить базу школы, отметил заместитель главы по социальным вопросам Евгений Березин. С этого года мы в обязательном порядке, надеемся, у нас это и в следующем году будет продолжено, отмечаем каждое образовательное дошкольное учреждение финансово. Укрепляем, стараемся укрепить их материальную и техническую базу. Конечно же, отмечаем сами и учителей, и заведующих, и воспитателей благодарственными и почетными грамотами, высокими наградами республики, района. Ну и, конечно же, вот сейчас начали обращать внимание на их укрепление материально-технической базы. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.